Леди и джентльмены, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Эверетт, и сегодня мы смотрим выступление Димаша. Okay. Он выглядит отлично в этом... Что это за цвет? Бордовый или красный? Боже, вы только послушайте это. Это звучит так сексуально, настолько соблазнительно. Его низкие ноты всегда меня заводят. Боже ж ты мой. Матерь Божья. Он сексуален не только физически и красив не только визуально, но также его голос такой низкий и тонкий. Это звучит так пикантно. Я жду не дождусь, когда к этой песне выйдет музыкальное видео. Я думаю, они сделают музыкальное видео к этой песне. Боже, как он играет на сцене. Боже милостивый, вот этот его переход с низких нот до самих звезд. Это же просто вау. И это вживую. Да вы шутите. Это же просто издевательство. Мне нужен мой ручной вентилятор. Я хочу сказать, да ну вас, ребята. Это далеко не первая моя реакция на выступление Димаша, на его живое пение. И даже так, он до сих пор застает меня врасплох. До сих пор сбивает меня с толку. Он один из этих редчайших артистов, у которого есть этот элемент неожиданности. Так что, как же сильно я люблю этого парня. Такой горячий парень. Так какой же это цвет? Мне кажется, это все-таки бордовый. Его наряд бордового цвета. О боже. Поет вживую. Он поет это вживую, но качество звучания его голоса... Я хочу сказать, что его живое пение ничем не уступает студийной записи. Какого роста Димаш? 6? Извините, не могли бы вы написать в комментариях, какой у него рост? Потому что он выглядит довольно высоким. То, что его снимают снизу, делает его еще выше. Ну, конечно. Wow!
Боже, я весь вспотел. Я весь мокрый. Это обычно случается со мной тогда, когда кто-то или что-то будоражит меня. Ёлки-палки, он же продублировал высокую ноту сначала, а потом еще два раза. О мой бог. Он секс. Просто ходячий секс. Опа-на, привет, оператор. Оператор. Приветствую тебя, оператор. Всем вам большой привет. Посмотрите на оператора. Вживую. Он поет это вживую. Твою муть. Yes! Одну секундочку. Где мой турбо? Это мой ручной вентилятор. Мне без него никак, потому что я мокрый, как мышь. Ох, как же хорошо. Спасибо тебе, Димаш, за такое чудесное живое выступление. Просто с ума сойти. Мне это нравится. Танцоры на заднем фоне тоже ничего так исполняют. Он такой типа, смотрите на меня, потому что я король этого мира. Ёшкин свет. Обожаю это. Люблю, не могу. Браво! 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 Это его новая песня. Он исполнил ее на своем концерте на... Мне понравилась реакция всей аудитории. Я думаю, Димаш там по-настоящему зажег. Он такой неудержимый. Он уже несколько лет в музыкальной индустрии, но ему до сих пор удается сохранить вот эту страсть. И с каждым годом он становится все лучше и лучше. Меня просто убило вот это его умение дублировать высокую ноту. Сначала он берет высокую ноту, потом поет несколько строчек и превосходит предыдущую высокую ноту. Я в шоке, а точнее в трансе.